остановись-то. Ребятки, всем привет! Вещаем из деревни Никулино или Никулино. Не помню, как называется. Чуть позже точно скажу. Ну вот сейчас доедем еще чуть-чуть. Блин, погода сегодня вообще зачет. Даже можно было в футболке ехать и в шортах. А вот они так, как я вырядился. Вот он, гад, катается. Все, ну, во сколько мы приедем, пока тут дальше, да. Вот он, чуть меня не сбил. Вот этот гад, вот сейчас выйдет. Снимаешь. Здрасте, блядь. А ты все жрешь, блядь. А где все остальные? В машине? Ладно, там уже посмотрим потом. Ну иди там, пока теща ходит тоже, бродит. Храмуля. Да, здесь жарко, жарко. Храмуля, говорю. Храмуля. О, здорово тебе, мох. Дай руку-то хоть пожму тебе. Спасибо. Спасибо, а что, привезли? А где там мать? А где там мать? Привет. Опа, здрасте. Привет, а вот и мы. А вот, вау, вы там кушаете? Да, у нас все полным ходом. Ну ладно, кушайте. Как дела, Тимур? Нормально. Ты смотри, ролик где-то по парку. Гулял, да? Тимоха взламывает огороды, дома. Вот он, Коля, Коля Николай. Сейчас пойдет погуляет. Здрасте, здрасте. Я Коля Меркутин. Александр. Кто должен? Я в шамат ругаюсь. Ругайся. Ругайся, ругайся. Ругайся, я запикаю. Так что можешь. Накосил лимон. Хоть бы одну травиночку бы оставил. Просто лимон накосил так, что невозможно. Какие тюльпанчики. Красивые. А это ж Димон это порубил все. И малину. И малину, и все, не знаю. Траву он, видишь, все уничтожил. Здравствуйте. Бабушке помогать не надо, помочь хоть раз. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Бабушка, не надо меня фотографировать. Я не фотографирую. А то ты меня еще куда-нибудь в интернет сунешь. Куда-нибудь в интернет обязательно. Да, я тебе суну тогда, да нет. Я тебе суну? Я понял. Я понял. В интернет не надо, а то мне сунут потом. Ребят, надо запечатлеть. Ремонтников. Один инвалид, второй. А второй еще хуже. Блогер. Хуже инвалида, да? А вот как он все. Блогер хуже инвалида. На какую березку будем цеплять? А вот на какой вот это вот и висит веревка. Да, на них вот. Вот на нее, вот которая рядом. Да, 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 вот где намотана веревка, туда и мотать. Сейчас надо быть обрезки на We'll be right back.
Иди чай пить. Пирожочки, пирожки. Да-да. Пирожочки, пирожки. Так, ой, хорошо. Отлично. Жара. Да. Пирожочки, пирожки. Да, потому что просто пульки привезли, поэтому он натопило. Помаши ручкой. Ну, прям. Помаши ручкой, мам. Давай. Если в интернет нет только. Хорошо. Да-да. Я замажу. Я тебе замажу. Знаю, ютуба будет. Не жду тебя. Блогер, не врут. Скоро закон выйдет, а все закрою. Какой закон? Ты придумал? Не знаю. Не знаю. Я не даю, где санкции на съемку. Санкции на съемку? Ты вообще-то во дворе находишься. Я не разрешаю снимать. Все. Жди встреч на это. Вот надо, дай лицо твое, чтобы люди видели. Кто чем ты это говорит? Все, давай, Димон, не скучай. Димон. Да не угадай. Александр, паразит, когда приедешь? Скоро. Когда скоро-то? Вот не туда, где ты находишься, поехать. Куда туда? Деда. Мы в деду, дальше дедовская. Один раз можно отпроситься к бабке раз в год? Конечно, приедем. Раз в год. Приедем, конечно. Какой москаль, не местный. Все, теперь домой. Саня пошел водички набрать. А, в роднички. Миху. Тут при выезде из деревни есть родничок. Ну, уже в как... У меня есть видео где-то старенькое. Не помню. Года 3 назад, 4, наверное, снимал. Там мы этот родничок показывали. Вот, покажу еще раз в этом видео. Погода, наконец-то, нормальная. Да, там можно посмотреть, Мих. Там иконы стоят. Ой, мы тогда смотрели, заходили. Купили там. Хотел подняться просто повыше, посмотреть. Тут река Шоша есть. Вот, думал ее посмотреть, но... Местными властями тоже запрещено, только на 120 метров можно подняться, не выше, вот поэтому только на 120 поднялся, но с такой высоты не видно реку. Вот, ну, видно маленькую, обычную, деревенскую, а именно вот эту Шошу большую не видно, потому как она ходит там деревьями за лесом, надо было туда лететь. Вот. А когда 120, в принципе, его слышно, вот, чтобы людей не пугать. Вот, ну так прикольно. Надеюсь, когда-нибудь сможем поднять его на максимал. На дедовском он тоже только 120 метров. Может. Вот, но все равно. Ну что ж, вот такой выпуск получился. Подписываемся на канал. До новых встреч. Всем добра, тепла. Пока-пока.